Всем привет! Взял тут новые провода на Mercedes. Tesla вон. Комплект взял ниловских. Проверяем перемену. Около 8 минут сопротивления. Так просто. Два комплекта взял. Взял комплект ниловских. Так, вот это нет, это восьмерочный. И комплект восьмерочных проводов. Потому что у восьмерки длинные провода. А у Нивы длинный центральный провод. Ну и 6 проводов надо. 7,5. Все, в принципе, так. Так, ну-ка, самый короткий сколько? 5,5. Ну, для длины сопротивление маленько меняется. В общем, сейчас их будем ставить. Немножко они на Мерс не совсем подходят. Ну как не совсем? Встань сюда, соответственно, чуть-чуть дурнее эти. Видите, тут такие они маленькие, как вот на инжекторных похоже. Но сюда накручивается бабушка обычно эта. И одевается хорошо, со свечки вот такая, да. Вот сейчас мы их все сюда поставим. А центральный, посмотри, какая кислая. Надо его сейчас чистить. Надо на филёк, наверное. Я крышку сейчас, наверное, сниму. Ну все, в общем, сейчас будем ставить. Ну, наворачиваем. От свечек эти наконечники. И у нас получается под советские провода, как говорится. Контакты. Так вот, все. Таким макаром. Так, ну все, три провода остались в запас. Кстати, можно было взять все восьмерочные. Зря я ниловские взял. Восьмерки идут, видите, они. Его хватило восьмерочных, смотри. Не центральные. Но восьмерочные чуть-чуть похуже держатся, вот эти загнутые. Ниловские получше держатся. Короче, можно или ниловские брать, или восьмерочные, без разницы, два комплекта. Так, ну эти мы сейчас соберем. А, давай вот эти проверим ради интереса. Сопротивление. Ничего не покажу. Ладно, заводим. Лучше для работы. Так, ну-ка синхронно проверим. Один электроклапан снимай, иди сюда. Заглох. Сейчас второй. Сейчас второй. Можно проверить, обе камеры настроились синхронно или нет. Здесь, значит, немножко богодит вот на это, да? На то, видишь, сразу тухнет, а на это работает. Ладно, сейчас мы убавим. Работает она ненормально. Ну, ничего, нормально поливается масло. Ну, давление такое, я бы не сказал, что вот прям сильно хорошее. Где-то при 1500, где-то 2,5 очка, да, дает? Да, на горячую. Ну а дальше уже это, ну, в принципе, нормально. Вообще насос потом поставлю 150, будет нормально. А на этом давайте это видео такое небольшое закончим. Так просто. Заснял новые провода. Ну а следующее уже видео будет. Как говорится, тест-драйв. Мы сейчас еще поэкспериментируем, насколько нам хватит бенза этого. Десятку мы залили и будем уже газовое ставить, а там уже как раз после как газовое поставим, будем уже тест-драйв делать.